пошли всем семейством на выставку авиамодели. Там какой-то концерт должен быть. Ну, как бы мы вчера собрались, сегодня сейчас выходим. Видите, какая погода мерзкая. Какой-то мокрый дождь, снег, что это? Снег, то ли дождь, ну, вроде снег лежит. А дождь идет, по-моему, это не снег. Дождь идет ведь? Или мокрый снег, я не знаю, что это. И снег, и дождь, короче, два в одном. Есть осадки. Я вышла, думаю, может, надо было зонтик взять. Ну, короче, мокрый снег. Сейчас вам покажу. Видите? Вроде бы и снег, вот он. Но лужи. То ли он тает. Ну, здесь, ну, видите, на машине... О, как-то странно. Смотрите, как снег лежит, прикольно. А как? Не знаю. Ладно, не трогай, то есть кто-нибудь по башке даст там чужие машины трогать. Ну, куда пошел-то нам в рассвет же идти? А ты туда пошел зачем? Снег падает, вода, они как бы... Ой, ну, ребята, ну это просто мерзость. Я не знаю, есть там что-нибудь, какой концерт, только погода. Ладно, все равно пошли, рассобирались. Идем. У меня вся шапка мокрая. То ли в снегу, то ли что. Надо было хоть зонтик, может, взять, не знаю. В нашем парке, ребята, тишь да гладь. Никого нет, мы одни приперлись. Вообще никого нету, короче. Только он в гриль-домике. Мы вчера ходили, гуляли. Нам? А что нам орать? Мы пришли, гуляем. Шикарный концерт. Я вас притащила. Ну, блин, объявление прочитала. Написано было в час. Вот мы пришли. Видимо, из-за погоды отменили. Такая мерзкая погода. Ну, пошли зайдем, спросим. Навряд ли в ДК. Сюда кто придет-то? Как мы с тобой вдвоем приперлись? Все время информация, что тоже кто-то приперл. Не, ну я что это написала? Это в паблике в нашу написали. Ну ладно, прогуляли зато, браво. Может, 19 апреля, а не 9? 9? Ты чё? Вот прямо... Вот они отменились за погоду, он сказал. Кто сказал? Вот там пацанки отменили за погоду. Да? Да. А, ну вот, да. Он в одноклассник-то а уйдет. Мы все равно здесь гуляли, здесь пацаны играли в волейбол здесь, а площадка вся была в молодежи полностью, вся была забита. Это площадка, в волейбол играли. Я знаю. И там баскетбол играли. Конечно, отменили, ты, я дурочка поперлась. Такую погоду, такая радостная. Конечно, все, смотрите, мокрые мы идем, вон, посмотрите. У Леши, смотрите, как куртка мокрая, смотрите. У Артема вообще все стекает, все супер. Вот, ну, а у Лёши мокрый да. Капюшон. Вот как его, в юнитет ждём, в эту балку ждём. В Экспресс мне надо фольгу купить еще. Фольгу и пергаментная бумага закончилась. Блин, я вся мокрая. Конечно, люди же не будут стоять под такой погодой. Концерт смотреть и авиа эти всякие штучки пускать, правильно же? Одни мы приперлись. Ну ладно, прогулялись, видите, как хорошо. Всей семьей погуляли, сходили зато. Ну, что, погода была бы нормально, было бы хорошо. Ну, вчера хорошая была, мы с тобой гуляли, два дня подряд с тобой гуляли. Ой, вообще, у меня даже штаны, смотрите, мокрые какие. Ой. Как говорят, хозяин в такую погоду даже собаку не выпустит гулять, да? А мы поперлись. Артем, вообще смотрите, штаны сухие почему-то, не знаю почему. Там они мокрые. Дед, смотри, вот у меня мокрые. Вот я... Так, чуть-чуть. На улице-то вообще классно, тепло так. Ну ладно. Да, еще заново. Да я говорю, случай вспомнил, где-то я, наверное, в классе 9 был. Вы представляете, 9 класс, это 15, наверное. А мы с друзьями нашли такие палки, типа детнастройки. И давай с этими палками бегать, там, дуэли там всякие устраивать. Ну и, ну, я так помню, еще как ниндзя, знаете, назад стоило. Ну и это самый одноклассник, у меня увидел свою одноклассницу. Ну, говорит, ой, блин, ну это наша одноклассница, все, короче, сбегаюсь, и все, там, просыпнусь, прятаюсь, короче, от нее. От этой девчонки, она прошла. Ну, блин, ну это самое, типа, он такой говорит, а если бы она нас увидела, представляешь, что в классе бы сказали, мы с палками бегаем, играем, в рыцари какие-то. Слушайте, у меня румянец появился. У меня одну косметику. Дальше что? Да ничего, все, вот только закончилось. Все было? Сейчас все разбежались, короче. А я вот не помню, то ли мы с палками бегали, то ли мы
машинки привязаны, веревочки, с этими веревочками бегать. Я припомню, что это было. И что это такое зазорное, короче? Нормально. Что если девочки видят, то нас обсмеют. Ой, как жарко, вспотело. Слушайте, так жарко вообще. Хоть и слякотно, но у меня все ноги промокли. Куртка, смотрите, вся мокрая, вот это Юникло. У меня какая-то пена вообще на куртке, смотрите. Не знаю, я ее не стирала. Какой зажатый такой? Семечник экспресс. Бежит, взяли. Ловушка для ус, смотрите. Типа сюда ты что-то ловишь, они сюда вылетают. И все. Для дачи действительно что купить реально. Даже пилы вон есть. Лейки. Лейка покурила. Как ее вытащить? Пила лейку. Значка нужна. Какие горшки классные. Что, горшки реально? А, это картонные. Горшки. Это не горшки. Это коробка для цветов написано. Видите, какие красивые коробки. О, белая классная. Плащ-дождевик, смотри, вот. Актуальная тема. Сколько, помнишь, мы с тобой искали, Леша? Вот дождевик, смотри, классный. Плотный такой. Здесь все 150 рублей стоит. Проще. Вот такой. Светильник какой-то. Что это? Подсвечник? Подсвечник. Ну смотри, светильник какой вот. Вот, вот треугольники вот. Не так вытаскивать. Это прикольно. Все прикольно, да? Как он включается? Розетка? Ну-ка, включи его там, включается снизу. Снизу выключатель. Включи. А там батареек нету. Нет, батареек нету. Прикольно. Прикольно она светится, наверное, да? Наверное. Там еще желтым светится. О, там еще большой есть прикольный. Зайди-ка. Смотри, какой классный светильник. Он там большой, прикольный. Желтый. Прикольный. Еще прикольный. Еще прикольный. Да, куда? Светильник. 130 пиксель. Светильник классный этот. Включаешь, он светит. Какие там батарейки? Мизинчиком. Мизинчиком? Что куда поставишь? В комнату ему поставили. Да. Куда только ставите? Машине надо? Возьми. И желтый, Леша. Артем, тебе под шторы подходит, зато желтый. Я бы белую взял. Белая-белая лучше. Ой, шторм. Вот такой еще есть. Желтый и белая-белая больше. Серая, как бы, вот. Нейтральная. Нейтральная уже, много нейтрального у тебя. Смотри, там еще большой есть, сейчас подожди. Смотри, какой есть. Мне тут больше нравится, не знаю. Вот это больше нравится? Да. На, вот это. Пошли дальше, мне надо фольгу, я за фольгу пришла вообще. Туалетную бумагу возьми, но закончилась. Мне вот нравятся эти светильники, там выходят, как маленькие. Папе я только здесь, зиоку возьму. Ну, может. Здесь такой вот, но много. Ну не берите тогда. Тут. Что-то он замазанный какой-то. Тут. Ну, не знаю, думаю, там. Не тебе его туда вынести. Папе отрисло я. Фамилия. 5 слоев. Может взять мог. Давай не надо. А это одну возьми такую и все. Это не бумага. А, нет, бумага. На, одну возьми такую. Что это такое? Котята какие-то. Брали целую кучу всего. Пойду покажу. Шиповник себе купил. Артем купил себе светильник. Вот такой. Ну, который серый мы хотели, вот такой. Дом, пойдем покажем. И он говорит, может, желтый? Нет, хочу такой. Он пластиковый, смотри. А, это все пластик. Я думала, это стекло. Диоды. Короче, прикольно. Надо батарейки ставить. Интересно, как он светится. Наверное, круто светится. На столе, например, поставить. Леша за дудкой идет. Так, слушайте, наши покупки. Шиповник Леша себе купил такой, зачем-то непонятно. Я себе такую штучку зачем купила, тоже не знаю. Наверное, для стекла прикольно, наверное. Хотя не знаю. Рыбий жир, сникерс себе взяла такой. Витамин D3 нашла в капсулах. Не знаю. D3. Добавка к пище. Так, рыбий жир. Омега-3. А что-то еще там взяли. Ну, я показываю, что там набрали. Кто кому взял, ничего не понятно. Там какие-то батончики. Питание,
Пергамент я себе вот такой взяла. Силиконизированный еще взяли вот такой. 8 метров, 6 метров. Вот этот, видите, он побольше размер. Это пухлый кролик. Артем себе взял. Леша себе взял. Вот эти любимые у него, вот эти воздушные зерна риса. Артем нравится. Вот такой чак-чак. Это я не знаю, кто у себя взял. Батончик, мюсли, ягоды, мед. Кто взял-то? Я. А это ты взял? Я думала, Леша взял. А что, два, не три? Ну, короче, вы себе взяли. Я такой не ем, я по сникерсу прикалываюсь. Вот. Семена пластика. А, семени пластинки. А, смени пластинки. Господи, я уже читать разучилась, представляете? Это мне кто? Это какой-то... Это спаркинг-бум какой-то, да. Сильно газированный. Может, не надо это пить, алло? Чё? Фреш-бар. Тебе плохо от фреш-бара обычно? Тебе потом живот от него болит, взял зачем-то. Так, орбит. Леш, у него же от фреш-бара живот болит. Чего он взял-то? Не знаю. Так, стой, не выкладывай. Это вообще-то не фикс-прайс. Стойте, стойте. Это я шнурки взяла, погодите. Вот это отдельно. Я взяла шнурки с магнитными застежками, с обычными застежками, вы видите, металлические. Резиновые шнурки здесь. И чехол проверить надо. Натянется, нет? Тихонечко. В общем, разные шнурки. На ботинки белые взяла, другие такие круглые белые взяла. Дальше на пульт еще вот эту купленку взяли, которая, ну, от фена нагревается и расправляется. У меня тут что-то ноготь лопнул. Ай, так, ну тут черные, еще одни, там черные застежки, не металлические, белые шнурки с застежками, видите, внутри они круглые, разные, в общем, вот такие вот. Сейчас я попробую вставить в ботинки, вам покажу. А пульт, кстати, где у меня, кстати, я же тебе дала. Где лежит? Нет, там, а вот он. Мокрая, пошла сушиться. Чё? Я зря взяли такой. Говорю, не надо было, наверное, брать. Ну, натягивай, проверишь. Натяни. Как ты натягивал? Наизнанку выворачиваешь. Можешь так затолкать, если получится. Прям туда, через дырку просовывай, да и все. Так, вот Артём уже вставил батарейки. Здесь... какие-то пятна, надо вытереть тряпочкой. Нормально. Светильник какой прикольный, смотрите. Вот ночью, наверное, будет классно светиться. Супер. Это вообще написано для этого. Знаешь, для чего вообще? Это для... как? Для кондиционеров. Для пульта. Пульт одевают. Ну, что сейчас все голое. Может, нафиг сдать его? Да ладно, нормально. Ничего страшного. Будет так. Нет. Для пультов, кондиционеров, во, спрятан. Чехол этот квадратный, это маленький. Натянулся, да ладно. Тут вот все открыто, правда. Ну, по размеру маленький. Ну, маленьких больше не было. Ты вот эту попробовала, ну, неплохо, в принципе, да? Может быть, и на балконе я почищу, пускай будет. Сразу брызгаешь и моешь по-быстрому. И вот, смотрите, открутили. До цветов можно использовать. Мне нравится, что она яркая такая, серого цвета. В этом поставить в зале, пускай стоит. Тут у меня розовый там, как бельмо. А это можно использовать. Что, ты не убирай пока? Пригодится. Пригодится. Смотрите, на ботинке поменяла шнурки. У меня были вот такие страшные. Светленькие сейчас ботинки. И вот первые заглушки здесь. Почему именно такие я сделала? Потому что здесь у меня замок. Я могу расстегнуть их и все. Видите, они, во-первых, не болтаются здесь. Вот эти вот шнурки длинные. И никуда не выскочит. Еще вот такие вот лишние отрезаются и прикрепляются. Но это уже для завязывания, наверное, подойдет. То есть это так сделал и ходишь. А эти можно развязывать, ну, видимо, расшнуровывать их можно. И расслаблять, если нужно. Ну, тоже, кстати, классные штучки. Вот такие вот для черных шнурков. Но шнурки должны быть резиновые, специальные, на магните. Они расстегиваются. Есть еще вот такие вот шнурки, тоже они тянутся, и здесь тоже магнитные, но они не черные, а видите, металлического цвета такого. Ну, это на любителя, как говорится. Можно, в принципе, поменять, но шнурки резиновые сделать, например. И вот, ну, в общем, поняли. Вот, так что теперь на этих ботинках у меня такие заглушки стоят. Ходили в Юничо с Лёшкой, он все смотрел, кроссовки какие-то кожаные. В общем, искали. Во взрослом отделе у него нога 40,
40-40 размер. Вот. И наши только в подростковом отделе 40 размер. Из натуральной кожи вот такие вот кроссовки. Все остальные там то синий, то черный. Взяли мы такого цвета нейтрального. Видите, да? Сейчас вот он мерил, примерял джинсы, которые я вам заказывала. Видите, все подходят и эти, и в клеточку. В общем, цвет нейтральный, ко всему подходит. Видите? Такие вот кроссовочки из натуральной кожи. Здесь шнурки белые, здесь замок. То есть можно не расшнуровывать, просто застегивайте и все. Мягкие внутри, говорят, понравились ему. Джинсы. Нормально. Готова пицца моя. Приготовила я тесто вчера, еще вам говорила. Здесь у меня бекон. По-моему, нет, шейка свиная. Помидоры, сыр, моцарелла. Где-то лук, здесь лук есть, здесь нету. Здесь просто маргарита, есть помидоры, соус. Сама делала, кстати, соус томатный из помидоров. Там масло, базилик, соль, перец, сахар. Вот, капуста мамина. Это обрезки от шейки остались. Одну пиццу Артемка убежал, бабушке дедушка отнесет. И одна еще на подходе. Вторая такая же, точно такая же, как эта. Это без лука, без колбасы, ну, без шейки, вернее, свиной. Все, мы поели. Пиццу наелись, вкуснятина. Такое ощущение, как будто на костре была. Лёшка сейчас сидит и в игру какую-то играет. Что за игра? Ой, там вообще уродцы какие-то ходят. Ой, короче, типа ладно. Сериала. Лучше это не смотреть. Я сейчас отвернусь, пойду увидим мотивы. Кстати, пришел с комментарием по поводу того, что мы кормим собак и так далее. Ну, что нельзя, типа, кормить, это воспитываем убийц. Собак, я вообще не понимаю. Знаете, почему собаки такие злые становятся? Потому что они голодные. Тут человек голодный, мне кажется, такой злой, а собака тем более, это животное. Поэтому не тяжело же косточку вынести, там, не знаю, сосиской накормить собаку, не знаю, хоть чем. По-другому как? То есть давать ей умирать с голоду, что ли? Тоже глупо. Бред какой-то. Поэтому они злые нападают, они нападают, потому что есть хотят. Это же логично. А не наоборот. Так что будьте добрее к окружающим, и к людям, и к животным. Тогда все будет хорошо. Вот. Не будет такого. В новостях, конечно, нас показывают, что собаки нападают на людей, но, скорее всего, они от голода нападают. Не от того, что просто захотелось им это сделать. То, что ненавидят, типа, как людей. Мне кажется, это все наоборот все-таки.